А для ученика 11 класса 19-й Курской школы Павла Багина нынешний день знаний стал особенным. Начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев вручил парню нагрудный знак участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Перед награждением Павел Багин выглядел так, будто его собираются за что-то наказывать. Скромность – основное качество героев. В августе прошлого года он отдыхал в селе Паники Медвинского района. В полночь услышал крики о помощи. Оказалось, мужчина застрял в канализационном колодце вниз головой. Позже специалисты отметят, в таком положении смерть наступает всего за пару часов. Павел не растерялся и вытащил бедолагу из ловушки. Об истории узнали случайно, так как сам он о поступке умолчал. Я надеюсь, что этот пример является для каждого из нас, для взрослых, примером для подражания. Не только для подражания, а действительно быть всегда защитником. И когда трудно кому-то, прийти на помощь. Ведь ничего нет благороднее спасения жизни. Ну, я как бы не считаю это особо за спас жизнь, но помог. Пользуясь случаем, спасатели провели в классе урок мужества, рассказав школьникам основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Живой пример теперь у них перед глазами.